Мыслю, значит, не существую. Вот что я хочу сказать в противовес Декарту. А знаете почему? Потому что либо думать, либо жить. Вот. Потому что это противоестественно. Я не знаю. Мозг человека – это как бы такой орган, который нужен для успешной жизни, скажем так, чтобы решать бытовые проблемы. Но когда этот мозг начинает залезать в вопросы собственного своего происхождения, то мне кажется, что это не предусмотрено. Вот. Так что. Но меня это очень возбуждает. В смысле, вдохновляет. И даже страшное мертвое душевное положение мое как-то начинает не сказать проходить, но, может быть, отступать на второй план, когда я начинаю думать о том, откуда я произошел, откуда все произошли и так далее. Ладно, сейчас я хочу допить кофе, врубить статус-кво и немножечко вот так хотя бы как-то проследовать. Эх, что бы я делал без Ютуба, а? О, райский уголок очередной. Кирпичная пятиэтажечка. Жизнь трудна, но сделай первый шаг, улыбнись судьбе, и знает время, знаешь, время лечит. Прикиньте, я в конце 90-х даже кассету купил себе, демо-вирус. Вот это солнышко ждет, и в плане все видят нас. Вот, вот эту песню я слушаю, к своему стыду. Еще мне Spice Girls нравилась песня. Tell me if you want, what you really, very want you.